Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать в Дворце спорта «Мегаспорт», где сегодня состоится очередной матч континентальной хоккейной лиги. И сегодня московский «Спартак» у себя на родном льду будет принимать команду «Куньлунь Ред Стар». Вертанен, дошла до него шайба. Лехтеря, вот это была опасная передача, но она все-таки не была прервана игроками Куньлуня. И вот это гол! Подправление! И шайба в воротах бросает очень мощно Тим Хэт. И там небольшое подправление было. Поздравляют Эмиля Петерсона. Сейчас еще раз на повторе будем смотреть, как шайба оказалась в воротах китайской команды. Талер вон за воротами, паузу держит, пока без броска. До Спроула неплохо доходит шайба, а вот здесь и бросок, и опять непонятно каким чудом шайба не оказалась в воротах Красикова. Ай да Алексей, ай да оборона! Уже казалось, шайбе некуда деваться, а нет, Спартак пока выстоял. Побежали красно-белые. Втроем неплохо. Так, веером атака, бросок в ближний угол. И тут шайба в воротах оказывается. Вот это да. Джереми Смит вроде ее прижал. Но там как-то активно пошли игроки Спартака на него. И в итоге шайба оказалась в ворота. И ее засчитывают. Ее засчитывают арбитры. Куграшева все поздравляют. Сейчас, конечно, будем разбираться, друзья. Ну, такой в какой-то степени курьезный гол получается. По борту на Паркера Фу проходит эта передача. Спроул, Паркер Фу. Здорово! Поперечная проходит и заметалась шайба. Гол! Гол! Спенсер Фу! 2-1. Но заслужили этот гол. Вот к этой минуте, к этой секунде. И здесь обратную, кстати, тоже хитро давал Тайлер Вон. Но и в итоге там с пятака уже заковыряли эту шайбу. Вот здесь, видите, так низом Спенсер Фу с неудобной посылает шайбу в ворота. А вот здесь на синюю Челиус. Куда? Куда? И выход 1-0. И момент! Не переиграл Хохлачев, не переиграл Джереми Смита, но исполнил, конечно, сейчас Джек Челиус. Играет на синюю, там Вишневский, Хохлачев. И вот здесь спартаковцы могут что-то интересное разыграть. Почему не было броска? Хохлачев в итоге на синюю. И здесь зарядил и прошил Джереми Смита Вишневский. 3-1. Да, вновь в большинстве шайба. Вновь шайба в большинстве. 3-1 Спартак. Ну, давайте смотреть. Сейчас еще повтор этого момента. Очень сильно, мощно приложился Вишневский. А тут, по-моему, опять вот у меня такое ощущение, что все-таки было небольшое подправление. Ну и вот... Сейчас очередное выигранное вбрасывание. И бросок очень неплохой. Пытаются доесть там этот момент игроки Куньлуня. Шайбы не видно. Она где-то там, похоже, под Красиком. В воротах! Она в воротах! Вот это да! Пересекла линию ворот, пока от арбитра. Но сейчас, наверное, тут будет повтор момента. И наверняка сейчас будет и просмотр этого момента, не удивлюсь. Там просто такая была куча мала. Царь горы как будто бы играли. И на Красикова накладывались один за другим. И свои, и чужие. И шайба остается в зоне. И сразу опасный наброс от Лехтеря. Вертанен. Бросает. Здорово. Добивание. Это гол! 4-2. Спартак забивает в большинстве. Серия бросков справляется с первым. Джереми Смит. Спартак.
синюю. Хлыстов бросает и забивает! Забивает в своем 300-м матче Хлыстов! По-моему, там не было подправления. 4-3. Минута 46 до конца. Вот это огонь. Зак Юэнь. Зак Юэнь все-таки коснулся, похоже, шайбы. В результате видеопросмотра было определено. Шайба заброшена клюшкой выше перекладины ворот. Нет гола. Нет гола, да. Не засчитывают эту шайбу.